нас вярващите са говорили, че ние сме хора без образование. Нищи, бедни, убоги. Бедни, грозни. Достойни только жалост. Достойни само за жалост. Слава Богу, что мы когда-то хорошо, ну, хорошо знали профессора Чиркова. И слава на Бога, че понякога сме добре познавали професор Чирков. Чирков. Профессор Чирков, он недавно ушел к концу. Чирков. Он проповедовал, мы были на его проповеди. Мы сме били на неговата проповед. Он верил в Бога. Той вярваше в Бог. И говорил одно свидетельство о своей жизни. И рассказываше одно свидетельство за свой живот. Как он уверовал в Иисуса Христа. Как и поверовал в Иисус. И я могу сказать о том, что, ну, может, немножко я пройдусь по своим академикам. И малко ще ми на моите академици. Потому что я заканчивал институт, кафедру, которую основал академик Святыш. Защото в институт завършил катедрата, която била основана от... Академик Святыч, еврей. Академик Святыч. Авраам Моисеевич. Евреин, Авраам Моисеевич. Еще один академик в нашей Карагандинской медицинской академии. И еще один академик в нашей медицинской академии. Казах. Била казахстанец. Академик Алиат Паров. Академик Алиат Паров. Он потом основал еще и фармакологический институт. След това я основал и фармакологический институт. И в этом институте преподавала моя супруга Наталья. В том институте преподавала моя супруга Наталья. Преподавала психологию. Я преподавала психологию. Также в этой академии, он был институтом, потом его переименовали в академию, чуть позже переименовали в медицинский университет. Това първоначално беше институция, това било преименувано в академия, след това в университет. Был еще один третий академик Филин. И имал един друг академик Филин. Когда я прибыл в Китай, когато пристигнах в Китай, Бог так посмотрел, Бог така и направил, что я проходил обучение у академика Люгуньвани. Че аз минавах обучение при академике Люгуньвани. Всего на то время в Китае было только три академика. И по това время в Китае имало само три академика. И миллионы профессоров. И миллионы профессори. Звание академика в Китае дается очень тяжело. И званието на академик всегда много сложно в Китае. Но слава Богу, что мне предоставилась такая честь. Бачи, слава на Бога, че имах такава честь. Нашу команду докторов представлял академик Российской академии медицинских наук. И наш экип был представлен от един... Академик Козлов. Владимир Николаевич. Владимир Николаевич. Новосибирский научно-исследовательский институт иммунологии. И Новосибирск. Новосибирский институт. Новосибирский институт иммунологии. Иммунология. Научным сотрудником, которого я являлся. Это один научный сотрудник. Който се явявах. Я не буду перечислять своих профессоров, потому что их очень много. И няма да приправя моите професори, защото са много. Ну, самый мой основной и любимый профессор. Обаче основният ми и любимия ми професор. Это профессор Начитой. Е профессор Начитой. Владимир Григорьевич. С которым мы были бок о бок на протяжении 3,5 лет в Китае. С когото учихме един друг през години в Китае. Это профессор и Ленинградского, первого Ленинградского медицинского института. Това е професор на първия Ленинградски институт медицински. И професор традиционной китайской медицины в Тяньцзин. Професор по традиционной китайской медицине в Тяньцзин. Почему я об этом говорю? За что говорю за това? Потому что мне хочется сказать, что среди верующих есть и образованные люди. Защото на мен ми се иска да кажа, че сред вярващите има и образовани хора. И я могу сказать о том, что среди многих верующих. И могу да кажа, че сред много вярващи. Я встречал и необразованных людей. Аз срещах и необразовани хора. Но в моем представлении эти люди имеют высшее образование. Значит, мое представление, эти хора имат высшее образование. Потому что нас обучает Святой Дух. Защото нас не обличава Святия Дух. И мы имеем самого великого учителя во все времена. Что? И ние имаме най-големия лечител на всичките времена. Учитель. Это Иисус Христос. Това е Иисус Христос. Как и рыбаки были простыми людьми. Както и рибарите са били прости хора. Но потом стали великими апостолами. Обаче след това са станали велики апостоли. Но все-таки мы обучаемся в основном в Новом Завете. Обаче ние все пак се образуваме най-много в Новия Завет. Через послание апостола Павла. Через посланието на апостол Павел. Который имел в те времена высочайшее образование. Който по това време е имал образование от най-високото ниво. И когда он проповедовал самому царю Агриппе. И когато е проповедовал на самия цар Агапа. В конечном итоге ему сказали что? Накрая са му казали какво. Помните?
Твоя ученость доказала бы лучше. Твоя большая ученость доводит тебя до безумия. Твоя ученость доводит до лудости. То есть люди считали его большим ученым. Твоя бы смятали за голям учен. И вот сегодня я представляю теорию Усин. Днес представим теорию эту Усин. Вы знаете, когда я прибыл в Китай на обучение? Когда прибыл в Китай на обучение. Вы знаете, кто сидел на первых партах? Знаете ли, кои стояха за първите рядове чинове? Догадайтесь. Евреи. Евреите. И когда я к ним подходил, они все были оборудованы, все с ноутбуками, современными наушниками, записывающими средства. Когда вы глядахте, все были с одни модерни уреди, записываха си в тефтери, в планшети. И они внимательно все записывали. И всичко си записываха много внимательно. Я им говорю, а вы что, вы что тут делаете? Вы же евреи, у вас своя медицина в Израиле хорошая. Я не питам, как вы правите тут из общего, и вы евреи, и мать много добра медицина в Израиле. Евреи мне говорили. Евреи тебе говорили. Это и наша медицина. Твоя и наша медицина, слушай. Это древняя медицина Востока. Твоя древняя медицина на Истока. Мы восточные люди, евреи. Мы не источные хора, евреи. Мы эту медицину признаем. Тази медицина я признавам. Потому что это и наша медицина. За что-то и наша медицина. Которую мы просто потеряли за время бесконечных гонений. Которую просто мы загубили во время всех этих гонений. Я поэтому сегодня представлю и свой научный доклад. За твой днешний представляю мой научный доклад. Это связь теории Усин. Выработка на теории Усин. С нашей психикой. С нашей психикой. Я представлю одну струнную теорию одного еврея. Еще представлю на теории на один еврей. Это Фридрих Перлс. Фридрих Перлс. Знаменитый психиатр, психотерапевт в Америке. Один прочут психотерапевт в Америке. Который основал такое мощное направление, которое сегодня имеет название как гештальт-терапия. Которое основало мощное направление, которое днес его наименование как гештальт-терапия. Почему сегодня я смею об этом говорить? И за что днес сам грозовен да ви говоря за това? Потому что я обучался по христос-центрированному направлению. Потому что я си обучала по христос-центрированному. Христос-центрированная гештальт-терапия – это терапия, которая основана христианами. И христос-центрированная гештальт-терапия – это терапия, которая основана от христиан. И вот в этой теории существует 5 невротических механизмов. В этой теории има 5 невротических механизмов. Образование всех заболеваний. Образование за всички болести. То есть сегодня вы услышите одну теорию, которая объясняет, каким образом болезни возникают. И днес ще чуете една теория, която ще ви разкажа по какъв начин се появяват болестите. И как это избежать? И как да го избегнем. Тема моей сегодняшней проповеди называется. И темата на моята проповед днес се казва. Мы и система Творца. Ние сме от системата на Твореца. Это все. Мы и система Творца. Ние сме от системата на Твореца. Я открою сегодня первое место, которое написано в послании к Колоссянам, во второй главе, с 20 стиха. Давайте мы немножко помолимся перед этим. Коротко. Господь, благослови слово сегодня. Господи, благослови слово днес. Благослови нас, благослови нас, чтобы нам никуда не отклониться, за да не се отклоним, ни направо, ни налево, ни наляво, ни надясно, чтобы нам следовать только за Тобой. За да следуваме само Те. Открывай нам Священное Писание, отвари ни Священното Писание и утверждай нас в Своих истинах. И утверждавай в Твоята истина. Господь, на Тебя уповаем, уповавай на себе си, во имя Отца и Сына и Святого Духа, в името на Отца и Сына и Святия Дух. Аминь. Аминь. Я прочитаю с 20 стиха. И ще прочитал 20 стих. На проекторе вы можете следить на болгарском языке. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Аминь. Основной стих, который хочу отметить сегодня, акцент поставить на нем. Если вы со Христом умерли для стихии
мира. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света. Смотрите, апостол Павел пишет о каких-то стихиях этого мира. Русский апостол Павел говорит за стихии на този свят. Вы знаете, у апостола Павла был очень хороший друг. Апостол Павел имел много добрый приятел. Послание Тимофеям описывается, что в определенный момент его все оставили. Послание Тимофея се описва, че в някой момент са го оставили всички. Кроме Луки. Освен Лука. Лука был кто? Кой был Лука? Лука был врач. Бил лекар. Представитель школы Гиппократа. Представитель на школата на Гиппократ. Гиппократ, в Википедии вы можете прочитать, уточнить. В Википедии можно прочитать. Потому что он родился в 460 году до Рождества Христова. Че Гиппократ се ражда 4000 години преди Рождества. 460 години преди Рождества. И вы знаете, что сделал Гиппократ? Великое сделал. Какое направил то нечто великое? Он предположил, то предположил, что люди делятся на 4 категории. Всего лишь 4 категории. Разделят на само 4 категории. И он их разбил в соответствии с жидкостями. И то их разбило в соответствии со стечностью. Жидкости на тело. Течности на тело. Это именно от него пришло. И това дошло от него. Помните, какие темпераменты? Какие темпераменты? Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Это Гиппократ. Это описано в его трудах. Описывал в неговите трудове. Что такое холерик? Что значит холерик? От слова холи. От слова холи. Холецистит. Холецистит. От слова желчь. Думата желчка. То есть есть люди, у которых желчь превозобладает. Има хората, при които... Это вот здесь находится. Эмоция гнева, очень темпераментные, вспыльчивые. Жлъчные соки. Много повече. Да, они такие жалчные люди. Те са много такива жлъчни хора. Очень вспыльчивые. Много избухват. Очень темпераментные. Много са темперамент. Заботятся с полоборота. Да. Много се загряват. Жух и готов. И наговорил, и наделал. А потом уже подумал. Говорят и правят някои неща, и после съжаляват. Вторая категория. Вторая категория. Это сангвиники. Паса сангвиниците. Сангвия слово кровь. Сангвия от думата кръв. Кровь она такая текучая, как ртуть. Кръвта е много течна, като ртуть. И это такие подвижные люди. И това са много подвижни хора. Такие, я бы сказал, оптимисты. Оптимистични са. Как правило, с небольшим избыточным массой тела. Най-често с малко на дно. Очень быстро думают, доброжелательные такие. Много са доброжелателни. Чтобы вам легче было запомнить. И полезно да запомните. Это четыре мушкетера. Това са четири мушкетари. Холерик это Д'Артаньян. Холерик и Д'Артаньян. Сангвиник это Портос. Вот такой Портос. Полный бодрячок, весельчак. Такой забавен. А флегматик это кто? Флегматик какой? Это Атос. Вот он такой сидит. Задумчивый такой, постоянно в мыслях своих. Замислен в своей мысли. Флегма это... Мокрота. Флегмата това е... Это застой флегмы. Мокрота. Флегма. Флегма. Мокрота. Мокрота, да. Да, мокрота. Слус. Когда у человека возникает застой флегмы, слизи... Когда у человека има застой на флегма или слус... Он становится очень тяжелый, такой, депрессивный. Тежек, депрессивен. И ранит свою селезенку. И повреждает лакси. И, наконец, меланхолик кто? И награя кое меланхолика. Это, конечно, Арамис, он вот такой весь аристократичный. Арамис, то он много аристократичен. Всегда в какой-то печали, в какой-то тоске. Малко тъжен, малко тъга. Вот такой туго подвижный. Малко важно подвижен. Милано, черная желчь. Милано, значит, черный желчный сок. Или черный пигмент. Черный пигмент. Мы знаем, что пигмент самая туго подвижная жидкость нашего организма. Пигмент, това е най-подвижната течность нашего организма. Трудно подвижно, да. Ну, например, это родинка, да? Родинка, она стоит целую жизнь на теле человека и не двигается. Твоя бенка, която стои през целия живот върху тялото ни и не се движи. Во времена Иисуса Христа, апостола Павла, было распространено в медицине учение о жидкостях. И во времената на Иисус Христос, когато и апостол Павел, е било много разпространено учение за течността на нашия организм. У апостола Павла были знания от евангелиста Луки, от врача Луки. Павел е имал знанията от апостола Лука. И многими рекомендациями апостол Павел пользовался. И с
много препоръки е използвала в стопанство и живот. И рекомендовал своим ученикам. И препоръчвал същите неща и на своите ученици. И вот в этом месте. И в това място. Он пишет, что если мы со Христом. Он пишет, что ако сме с Христос. То мы умерли для стихии этого мира. Значит, умираме за стихиите на този свят. Что такое стихии? Какво значит стихии? Стихии это вот, они здесь описаны. Стихиите се описват тук. Стихия огня. Стихията на огъня. Стихия ветра. На вятъра. Стихия холода. На студа. Стихия сухости. На сухотата. Стихия влаги. На влажността. Мы знаем, да, есть люди, которые, например, увлекаются гороскопами, восточными, западными гороскопами. Знаем такие хора, които много се интересуват от хороскопите, от западни. Сегодня я коснусь немножко вот такой оккультной темы, немножко опасной темы. Но в церквях об этом обычно остерегаются говорить. Церквители най-често не говорят за това. Но я как врач как раз таки обязан об этом говорить. Обаче аз като лекар съм задължен да говоря за това. Потому что мы сегодня вплотную к этому подошли. Защото ние се сблъснахме с това нещо. И важно, чтобы люди прекрасно понимали, о чем идет речь. И важно хората да знаят за какво става дума. В этом мире одних людей называют огненными. И в този свят някои хора ги наричат огнени. Других людей называют водными. Някои хора ги наричат водни. Третьим называют, они металлические люди, железные. Третьи са наричани железни. Есть земные люди. Има земни хора. Есть воздушные люди. Има воздушни хора. И про огненных людей говорят о том, что это люди такие, ну какие они, вспыльчивые. И за огненные хора казывают, что ты все равно такие избухожки. Я не буду подробно на этом останавливаться. Это просто стихии этого мира. Няма много да задълбочавам тук. Това са просто стихиите на този свят. Я просто скажу одну простую мысль. И ще кажа една лесна мисъл днес. Апостол Павел нас призывает умереть для стихии этого мира. Апостол Павел ни призывал да умрем за стихиите на този свят. Я приведу свое личное свидетельство. Я ще кажа мое личное свидетелство. Я скажу так, ну, ко мне уже это не относится сразу наперед, чтобы меня не закидали сегодня камнями. Я напред да кажа, что това вече не се отнася за мен. Я родился в год огненной лошади. Аз родих в годината на огненния кон. В 66-м году. 66-та година. 28 март. 28 март. Знак Овна. Това е знак Овен. У меня огонь везде. И примерно има огън навсякъде. До 25 лет я сжигал вокруг себя все и всех. И до 25 години аз изгарях всичко наоколо себе си и другите. И вы знаете, я думаю, что моя жизнь так долго не могла продолжаться. И аз осъзнавах, че моя живот няма как да продължава дълго. Потому что я дрался практически каждый день. Защото аз почти всеки ден се бих. В моей жизни были практически все наркотики. В живота ми присъстваха почти всички наркотици. В моей жизни была преступность. Имах и преступност. Трудно себе представить, я бился когда-то на ножах. И сложно да се представя, обаче и с ножове се бих. И в своей жизни я порезал человека, глубоко порезал. И в мой живот аз много дълбоко порязах един човек. То есть можно по мне сказать, что я бывший преступник. То есть можно сказать за меня, что я бывший преступник. У меня была большая команда. Имах един голям екип. Больше 120 человек. Больше 120 души. Я обучал их рукопашному бою. Ги обучал, как да се бият. Это был смешанный стиль. Това была смесена техника. Боевое самбо. Самбо, боево. Кикбоксинг. Кикбоксинг. Майтай. Майтай. Карате. Карате. Бокс. Бокс. То есть практически все контактные виды спорта. То есть почти всички контактные виды на спорт. И мои ребята выступали на соревнованиях. И мои хора излизаха на състезания. И показали хорошие результаты. И показаха много добри результати. Но в 25 лет я поверил в Иисус Христа. Обаче, когато станах на 25 години, поверих в Иисус. После страшной депрессии. След една много страшна депресия. Когда я готовился к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством. Когато се готвих за това да си приключа живота с самоубийство. Потому что моя жизнь, она потеряла всякий смысл. Защото живота ми загуби смисъл. И я пережил очень тяжелую трагедию. Преживях много тежка трагедия. И знаете, я встретился с Иисусом Христом. Я се срещнах с Иисус Христос. И он изменил мне мою жизнь. И тот мне промени живота. После водного крещения. След водното крещение. Моя старая природа, она умерла. Старата ми природа си замина. И родился новый человек. И се роди един нов човек. Новое творение во Христе Иисусе. Новое творение во Иисус Христос. Древнее все прошло. И всичко древно е минало. Я могу с уверенностью сказать. И мога със сигурност да кажа. Если бы я продолжал жить по стихии огня. Че ако продолжава да живея в тази стихия огън. Я долго бы не прожил. Не бих издържал дълго. Как апостол Павел в другом месте пишет. Как апостол Павел вспоминал в едно място. Не подвергайте себя стихиям этого мира. Не се подлагайте под стихиите на този свят. Чтобы вам не быть истребленными. За да не
будете истреблены. Стихии, они истребляют. Стихии эти тебя уничтожают. Они сталкиваются периодически друг с другом. Ты сблоскал ты нас друга. Огонь нападает на всех. Огонь да? нападает всички. Я когда-то слышал одну такую, думаю, что скверную поговорку в Болгарии. Я с някого чух одна несчастная пословица в Болгарии. Это по западному гороскопу. Спорит западный гороскоп. Что есть знак Скорпиона. Че има знак Скорпион. Остальные все укушены. А всички останали са ухапани. И вы знаете, интересно, что западный гороскоп, он якобы построен на Библии. И западный гороскоп, той уши направлен спорит Библии. Даже приводит такое, что созвездие Льва. И даже сказывают, что созвездие Лев. Это про колено Иудина. Там все говорили за коляном Иуда. Да, что и созвездие Девы. И созвездие Дева. Это якобы про саму мать Марию. Че, слышно, майка Мария. Дева, которая родила младенца. Дева такой, она родила младенец. Ну, то есть вот так просто, в какой-то степени Библия даже признает творение звезд. То есть в какой-то степени Библия даже признала творение звездите. И в Библии описываются звезды, книги Иова. И в Библии это все описывают звездите, книга Иова. Самая древняя книга. Старая книга. Я думаю, даже в сельском хозяйстве, мне кажется, и по сей день используется сельскохозяйственный календарь. И даже в сельском ступанстве, мысли, все уже все используют специальный календарь. Ну, то есть сеять нужно при какой-то определенной луне, полной или новолунии. По крайней мере, в Китае это точно используется. В Китае 100% все используют. В Китае все знают о травах. Там всичко знают за, за билки. Знают, при какой луне садить. Знает, при какой луне надо ги сеять. И при какой луне собирать. И при какой луне надо ги собирать. Потому что знаете, что луна воздействует на землю. Луна-то воздействует. Во время полнолуния. Растежа. И во время на полнолуния. Луна привлекает к себе очень много воды. Луна-то придирпва много влага при себе. И растения наполняются влагой. И растения-то се полнятся с влага. Поэтому некоторые растения хорошо собирать в полнолуние. Если два некоторые растения, добре да се собирают в полнолуние. Я сейчас открою слова Иисуса Христа. И еще утворят думите на Христос. И это написано в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея. В 16 главе. 16 глава. Что Иисус Христос по этому поводу говорит? Как показывает Иисус Христос в тот повод? Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 стиха. Немножко подождем проектор. Да, есть. И приступили фарисеи и саддукеи, и искушая Его, ну то есть Иисус Христа, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером, вы говорите, будет ведра, то есть сухая, безветренная такая ясная погода, потому что небо красное. А поутру сегодня ненастье, потому что небо багровое. Лицемеры. Различать лице неба вы умеете, о знамении времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный. Знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И оставив их, отошел. Понятно? Здесь Иисус Христос говорит о том, что люди, зная какие-то определенные приметы, могут предсказывать погоду. Ну какая погода завтра будет? Говорит за това, че хората познавайте някакви признаци на времето, разпознават какво ще е времето утре. Или есть целый такой гидрометцентр, да, прогноз погоды. Или гидрометцентрови, където определят какво ще е времето. Которые примерно могут предсказать погоду за несколько месяцев вперед. Да кажет за няколко месеца напред какво ще е времето. Фарисеи тоже владели такими знания. И фарисеите също са имали тези знания. Но просили знамения у Иисус Христа. Обаче са молили Иисус Христос да им даде някакви знамения. Иисус Христос их обличает. Иисус Христос ги обличава. Он говорит, вы знаете вот погодные явления. Той казва, вие познавате природните знамения. И не можете узнать знамения последнего времени. Обаче не можете да разберете какви са знаменията на последното време. Еще одно место я хочу прочитать сегодня. И еще одно место, которое я не прочитал. Это написано в послании Галатам. Послание к Галатяне. Четвертая глава. Четвертая глава. С первого стиха. Есть. Опять же апостол Павел. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Вот мы рождаемся свыше. И все рождаем свыше. И мы становимся детьми царя. И ставим децата на царя.
Люда становится дочерью царя, Мария дочерью царя, да, Павел сыном царя, Александр сыном царя. Но пока они находятся во младенчестве, они не вошли еще в полноту своей власти. Те не могут влиять в полную дату на свою эту власть. Они не могут ей просто пользоваться. И нет таких знаний. Как ты использовать нам вот эти знания? И смотрите, он подчинен и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. И опять же, Слово Божие говорит, апостол Павел об этом говорит, что пока мы были еще во младенчестве. Библия так сказывает, и апостол Павел сказывает, что когда мы малолетние. Вот апостол Павел в другом месте говорит, отложите прежний образ жизни ветхого человека. И апостол Павел сказывает на другом месте, да отхвалим прежний образ жизни ветхого человека. Прежний образ на живот на старый человек. И пишет вот он верующим людям. И его пишет за верующие хора. И я прекрасно понимаю, что когда мы только уверовали, мы еще можем допускать какие-то стихии в свою жизнь. Мы можем допускать какие-то стихии в свой живот. Что разгневался. Да се разгневим. Там вода полилась, да. Или слишком много радости, эйфория какая-то бесконечная. Или какой-то страх, бесконтрольный страх. Бесконтрольный страх. С которым я сам не могу справиться почему-то. Какой-то по какой-то причине не могу справиться сам. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить по закону, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Для чего вы опять порабощаете себя стихией огня или стихией ветра, становитесь ветреными людьми и позволяете дьяволу вами руководить? Что позволяет на дьяволу доверить и пробовать снова на эти учения? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. То есть примерно это что-то связано с гороскопами. То есть ваня, что связано примерно с гороскопами. Очень опасное направление сегодня, оно буквально вот так циркулирует по всему миру, нумерология. Едно опасное направление, което сега циркулирует в този свят, това е нумерологията. Берут дату твоего рождения, просчитывают и говорят твое прошлое, настоящее и будущее. Взима датата на твоето раждане, изчисляват и ти казват какво ще е твоето минало, настоящее и будущее. Кто из вас верит в карму? Никой от вас вера в кармата. Что есть карма? Какво е карма? Очень популярное время, в последнее время слово. Последок това е много популярно. Слово карма переводится как просто дело, труд. И думаю, что карма се превежда само като някакво дело или труд. Дело, которое посеяно мной. Дело, което сея. И которое впоследствии произведет какую-то определенную жатву. И което впоследствии ще даде някаква жатва. Есть одно верное выражение. Има един много верен израз. Посеешь мысль. Че ще посеешь мисъл. Пожнешь слово. И ще поженеш слово. Посеешь слово. Ако посеешь слово, пожнешь действие. Ще поженеш действие. Посеешь действие. И ако посеешь действие, пожнешь характер. Ще поженеш характер. Посеешь характер. И ако посеешь характер, пожнешь судьбу. Ще женеш судьбата. Поэтому очень важно, что мы думаем. И затова е много важно, какво мислим. Будь осторожен со своими мыслями. Бъдете много внимателен. Как обуздать свои мысли? Как ги обуздаем? Читаем Библию, правда? Читайте Библията. Молимся. Молитесь. И мир Божий, который превыше всякого ума. И Божий мир, который повысок от всех умов. Так написано. Так пишем. Он устроит наше помышление во Христе Иисусе. То есть устроит помысел в Иисус Христос. Обуздая все наши стихии. Обуздая все эти стихии. Все наши жидкости внутренние. Все течности, которые все намерят нас. Я задам вам сегодня основной вопрос. И еще выпитам один основной вопрос днес. Действуют ли планеты? Дали действуют планеты. И сразу отвечу вам. Винаги ще ви говоря. Да, конечно, действуют. Да, разбира се. Евангелие даже описывает Вифлеемскую звезду. И Евангелие даже описывает Вифлеемскую звезду. Которая привела трех мудрецов с Востока. Която воли тримата мудреца. Но я задам следующий вопрос. И ще задам следующий вопрос.
Как вы думаете, что сильнее действует? Как мыслите, какое действие по-сильному? Творение? Творението. Которое было сотворено? Которое было сотворено. Звезды, планеты? Звездите, планетите. Целые галактики? Целые галактики. Они были сотворены? Они были сотворены. Или Творец? Или Творенца. Который все это создал? Который создал все это. Что мы говорим Творцу, когда мы говорим «Я обезьяна»? Какого казваме на Творец, когато казваме, че сме маймуни? А я петух. Или петен. Чуть ли не гамбургский, да? А я корова, там, бык. Или сам крава, бик. Вот, по восточному календарю. Если человек в это верит, он живет по этому гороскопу. То есть, если спорить този гороскоп. Запускает определенная программа, и он ничего не может с этим поделать. Одна программа, и то не может исправить. Но мы христиане, в кого верим? Обаче не христиане, в кого вярваме? Мы не верим в творение. Мы не вярваме в творението. Мы верим в Творца. Не вярваме в Твореца. Поэтому моя проповедь сегодня называется «Мы из системы Творца». Затова моята проповедь се нарича, че ние сме системата на Творца. Мы не из созвездия Льва или Козерога. Не из созвездията на Лъв или Козерог. И Скорпиона. Или Скорпион. Мы из созвездия Творца. Мы сме созвездието на Творца. Благодаря тому, что Иисус Христос сделал для нас. Благодаря на това, което е направил Иисус за нас. Своей смертью Он открыл завесу, разорвал ее. Через Своята смерть Той раскрыл завесата. И мы имеем дерзновение. И ние имаме дерзвеността. Входить куда? Да влезем къде. Во святая святых Богу. Во святая святых на Бога. Во святая святых Творцу. Святая святые на Творца. Поэтому верим ли сегодня в гороскоп? Затова дали вярвам днес в гороскопа. Верю ли я в то, что звезды работают? Дали вярвам в това, че звездите работят? Вот лично я верю. Лично аз вярвам. Но я также верю в то, что Творец сильнее. Обаче също така вярвам, че Творец е по-силен. Я не хочу жить по своей карме. И аз не искам да живея според моята карма. Библия говорит, судьба человека от Господа. Библията казва, че съдбата на човека е от Господ. Я хочу, чтобы моя судьба находилась в руках Божьих. Я искам моята судьба да се навина в Божия ръце. Это самое надежное место. Това е най-надежното място. В руки нашего Господа. В ръцете на нашия Господ. Или вы знаете, вот я людям объясняю, когда человек, недавно со мной одна женщина заговорила о карме. Наскоро одна жена заговорила с меня за кармата. Я вам сейчас объясняю, как работать с такими людьми, и потому что многие верующие не знают. Чтобы объяснял, как работать с такими людьми. Проще всего сказать, я во все это не верю. Най-лесно так сказать, что не верю в ничто това. И просто куда-нибудь подальше послать, да? И просто да и кажем, виждане. Тяжелее объяснить человеку, как правильно. Вот я школе да объясним на человека, как и правильно. Я говорю, давай откроем Нагорную проповедь Иисуса Христа. И казах, нека отворим планинската проповедь на Иисус. И посмотрим, что такое карма. Нека поглянем, какое кармата. По мнению Иисуса Христа. Мнение это на Иисус. Потому что Иисус Христос тоже об этом касается. Да что-то Иисус Христос до Господа же тема. Открываем Евангелие от Матфея. И отворим Евангелие Матфея. 5, 6, 7 глава. 5, 6, 7 глава. И начинаем читать. И започваме да читем. Сегодня, кстати, какой сегодня день? Днес, между другото, какъв ден е? Сегодня прощенное воскресенье, да? Днес е неделя на прошката. Да. И я уважаю этот день. Я уважаю този потому день. Что это произошло в 4 веке после Рождества Христова. Това се случило в 4 век след раждането на Христос. Монахи, християни. Монасите, християните. Перед Великим постом. Пред Великия пост. На 40 дней они уходили в пустыню и неизвестно было, вернутся ли они оттуда. За 40 дена се заминавали в пустинята и было неизвестно, дали ще се върнат. И некоторые не возвращались. Някои не се връщали. И непосредственно перед Великим постом и непосредственно преди Великата поста они собирались, те се събирали и просили прощения друг друга. И се молили за прошка и преду. Почему? За что? Потому что они могли уже не увидеть кого-то. За что-то, может быть, някой... Не бихом могли да се видят отново. Я вот поэтому сегодня тоже воспользуюсь случаем, попрошу прощения у вас всех вас. За това ще използвам случая, ще помоля за прошка всеки един от вас. Потому что мы люди. Защото ние сме хора. Мы даже иногда не догадываемся. Някога даже не се усещаме. Что кого-то поранили словом. Че сме наранили някого със словом. Не так посмотрели. Поглеждахме някого некак. Что-то сделали ненарочно. Нещо направихме ненарочно. И кого-то поранили. И сме наранили някого. Поэтому простите меня, пожалуйста, если я кого-то поранил. Ако съм наранил някого. И вот говорит. Нас простите. Слава Богу. Бог нас уже всех простил, правда? Бог вечно не простит. Вот сегодня немного о прощении. И днес искам да говорим
малко за прошката. Я открываю Нагорную проповедь. Отварям планинската проповедь. Говорю, смотри, как Иисус Христос говорит. И казвам, виж как говорит Иисус. Прощайте. Прощавайте. И прощение будете. И чисти простени. А если вы не прощаете при грешении? Ако не прощавате греховете на другите. То и Бог, то и Отец Небесный не сможет простить вам. Тогава и Отец няма как да ви прости. Не судите, да не судимы будете. И не осуждайте, няма да сте осуждани. И смотрите, вот она карма. И това е кармата. Оно звучит так. Звучит последний начин. И каким судом вы судите? По какъвто съд вие съдите? Таким и Бог будет судить вас. По същия съд и Бог ще ви съди. И мы проясняем с ней эту картину. И не разъясняваме тази картина с нея. А у нее выясняется непрощение. И се оказва, че тя не може да прости. Она не может простить свою мать. Не може да прости майка си. Она говорит, я много раз ей прощал. И тя казва, аз много пъти ей прощавах. Но теперь больше не могу. Обаче повече не мога. Я не прощу ее никогда. Аз никога няма да я прощу. Этого человека просто не существует в моей жизни. Този човек не съществува. Я просто вычеркнул ее. Аз просто я изхвърлих от моя живот. И я ей объясняю, ты понимаешь, что ты наделала? Я си объяснявам, ти разбираш ли какво си направила? Ты обрекла себя. Ти си обречена. Придет время, и ты пожнешь то, что ты сейчас посеяла. Дойде время, когато ще пожинеш това, което си посеяла. У тебя есть дочь. Ти имаш дъщеря. Она вырастет. Тя ще порасне. И она не сможет простить тебя. Тя няма да може да прости. Потому что ты сейчас посеяла то, что ты пожнешь. Защото ти сега сееш това, което ще пожинеш. И она мне сказала, ну я ничего дочке своей не делаю. Тя ми каза, аз нищо лошо не правя на дъщеря си. Я говорю, ну твоя мама тоже ничего плохого не делала, когда ты была маленькая. Я заказала, и майка тебе может ничто да не правила ложь, когда ты была малка. Но я тебе говорю точно. Ну а стеказан со сигурностью. Не надо быть пророком. Не буди пророк. Ты пожнешь то, что ты посеял. Ты ще пожинешь това, което сеешь. Потому что так говорит Иисус Христос. Защото така казва Иисус Христос. Если ты не прощаешь, ако ти не прощаваш, Отец Небесный не может простить тебя. И Отец няма как да ти прости. Прости ее. Прости. Я понимаю, что у тебя сегодня нет такого ресурса, чтобы простить. Аз разбирам, че ти днес нямаш този ресурс да простиш. Попроси у Господа Иисус Христа силы и любви, чтобы простить. Моли Господа Иисус Христос да ти даде любов, за да можеш да простиш. Потому что Иисус Христос. Защото Иисус Христос. Простил своих палачей. И простил даже и палачите си. С Голгофского креста. Голгофския кръст. Как тебе такое? Какво мислиш за това? Она призадумалась. Замисли. И вы знаете, она по сей день еще, пока еще не простила ни свою мать. Тя эту дэнэшн не может допустить майка си. Еще как следствие некоторых людей. Вследствие заради някой хора. Вот она, судьба человека, да? Эту я судьба на человека. Но слава Богу, что мы христиане знаем, где выход. И слава Богу, что не христиане знаем, где исхода. Я рассказал ей свою историю. Аз рассказал ему эту историю. Как я не мог простить своего отца. Как не можем допустить баща си. И как 6 месяцев боролся с Богом. И как 6 месяцев си борих с Бог? Потому что не мог простить. За что-то не можем да простить. Сказал, что я ее не осуждаю. Я сказал, что не осуждаю. Потому что я сам был в таком состоянии. Потому что я был в същото состоянии. И пока я не мог простить своего отца. И докато не можем да простить на баща си. Моя жизнь вот так колебалась на ниточке. Живота ми си кладеше така на едно женце. Я могу так сказать, жизнь проклятого человека. Това е живот на един проклет човек. И я чувствовал это всем своим сердцем. И аз го усещах с цялото си сърце. И когда я устал бороться с Богом. Когато се уморих да се боря с Бог. Я попросил у Бога сил для того, чтобы простить. Го помолих да ми даде сили и да му простя. И слава Богу, что мы примирились с отцом. И слава Богу, че се примирихме с баща ми. Я получил от него благословение. И аз получих благословение от него. И стал абсолютно другим человеком. И станах напълно различен човек. Сегодня меня, бывшего преступника. И днес мен бивш преступник. Очень трудно вывести из равновесия. Много сложно да ме изкараш от равновесие. Почему? Защо? Потому что я благодаря Иисусу Христу. Защото благодарение на Иисус Христос. Я вышел из-под влияния стихии. Аз излязох из-под влиянието на стихиите. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. Вы знаете, есть разные гороскопы. И има различные гороскопы. Есть разные календари. Има различные календари. Но есть тот, кто все это создал. Обаче има онзи, който е създал всичко това. Я немножко перейду к этой теории. Ще примина към теорията. Я, как всегда, начну с самого простого. Эта теория не займет много времени. Както говориш, ще започна от лесното. Теория пяти невротических механизмов. Теория это за пяти невротичные механизмы. Как возникает болезнь? Как возникла болезнь? И мы начнем, как всегда, с желудка. Започнем от стомаха. Здесь вы можете увидеть о том, что
какие-то размышления тяжелые. Тут что видите, че может да има человек някакви дълбоки размышления. Начну я, кстати, с питания. И ещё започну от хранения. Как это, как питаются образованные китайцы? Как се хранят образованные китайцы? Ну что понятно, что Китай очень огромный. За что-то мне ясно, что Китай много голям. Не все питаются так. И не всечки се хранят по този начин. Только просвещенные люди. Само просветените хора. Утром в Китае едят пищу. Сутрин хората едут храна с жёлтый цвет. Жёлтый цвет с сладким привкусом. Сладок вкус. Это не значит, что она сахаром посыпана. Это не значит, что полисана с сахаром. Это просто природная такая сладкая пища. Ну, например, китайцы любят в суп немножко добавлять кукурузы, царевица. Это просто какая-то природная сладниковость, примерно добавят царевица в супите. В ней уже есть глюкоза, фруктоза, галактоза. В ней уже есть фруктоза, глюкоза, галактоза. Трактаты говорят о том, и трактаты говорят о това, что пища утром, че храната сутрин, должна быть подогретая, трябва да е топла, жидкая, течна, потому что утром, защото сутрин, максимально активная селезенка и желудка с 7 до 11 часов утра. Максимальная активность на долага и стомаха и от 7 до 9 сутрин. Она пробуждается и начинает работать очень активно. Она пробуждается и больше могут активно работать. И чтобы помочь ей проснуться и начать работать, нужен супчик. Сюда также подходит и омлет. Сюда кашки также, какие-нибудь овсяные или там какие угодно. Также входит. Яйца молочи, да? Яйца. Пилишка супа, куриный суп тоже подходит. Пилишки или различные супы. Он тоже считается сладкой пищей. Смятается на сладкая храна. Тогда селезенка запускается, начинает работать хорошо, и весь день у человека хорошая энергия. Тогда долага запуска, и человек прицеливается, заряжается с энергией. Запоминаем. Я сегодня просил, возьмите с собой обязательно записные книжки, потому что очень важно это записать. Записывать и пускать. Ну, слава Богу, что есть интернет, да, и через YouTube вы можете опять просмотреть и опять записать. Причем интернет, можно видеть вот новое видео, если запишите. Итак, мы запоминаем, что утром китайцы едят вот эту пищу. Сейчас утром китайцы едят тази храна. В обеденное время в Китае принято кушать пикантную пищу. В обед в Китае принято да съедим такая полюта храна. Она должна быть остренькая, знаешь. Прямо да еле полюта. Она действует как кофе. И действует как кафе. Только еще лучше. Амаколобре. Кофе это как бы неестественный стимулятор. Кафе это неестественный стимулятор. Кривая поднимается вниз, потом резко падает вниз. Поднимается вверх, потом резко падает вниз. После кофе. Прямо се вдига нагоре и после рязко пада надолу. А когда ты съешь остренький супчик, а когато изядеш една люта супичка, то сила, как сказать, тонус немножко подымется и будет на протяжении длительного времени. Това тонус ще се повдигне и при някакво време ще държи една права. Поэтому китайцы это очень такая трудолюбивая нация. И затова китайците са много трудолюбива нация. Они очень много работают. Те много работят. Вечером рекомендуют кушать пищу зеленым синим цветом. Вечер препоръчват да се еде храна с зелен или черен цвят. Кисло-соленым привкусом. С кисело солен вкус. И сюда входят в основном салаты, фрукты, овощи. Тук влизат салати, зеленчуци, плодове. Это такая холодная пища. Това е студена храна. Она легкая считается. Сейчас смята за лека храна. Ну, вечером можно съесть белую рыбу. И вечером можно да се еде и белая рыба. Идет подготовка ко сну. Организм се подготвя за сън. Селезенка желудок вступает в минимальную активность. Залакът стомаха влизат в минимальную активность. С 7 до 1 часов вечера. От 7 до 9 вечерта. Если ты вечером съешь очень калорийную пищу. Ако вечер изядеш много калорийна храна. Острую, пикантную. Много люта или пикантна храна. То ночью ты будешь плохо спать. Вечерта ще спишь много лошо. И тебе будут сняться какие-то кошмары. Ще снуваш кошмари, возможно. Вечер пища должна быть вот такая спокойная. Вечер храна трябва да е по-спокойна. Перед сном. Преди сън. Очень важно съесть что-то белое. Много важно да се изяде нещо бяло. С острым привкусом. С остър вкус. Сюда входит лук и чеснок. Тук влизат лука и чеснок. Самый мощный иммуномодулятор. Най-мощный иммуномодулятор. Который восполняет легкие. Който възпълва белите дробове. И чистит толстый кишечник. И пречиства дебелото черво. Вот это стройная система китайской диетологии. Това е една много добра система на китайската диетология. Которая уже известна в Китае более 5000 лет. Което е познава в Китае повече от 5000 години. Более 5000 лет. Повече от 5000 години.
Образованные китайцы вот так питаются. Образованные китайцы сохраняют по този начин. И, конечно, живут долго и не болеют. И, разбира се, живеют долго и не се разболяват. По механизмам заболеваний. И по механизмам заболеваний. Гештальт-терапия, это звучит механизм как интроекция. Гештальт-терапия, это звучит механизм как интроекция. Интроективный механизм. Интроективный механизм. Что такое интроект? Вот значит интроект. Вот Фриц Перлс объясняет. Фриц Перлс объяснял. Это что человек что-то съел. Когато человека изяжда нечто. Или в человека что-то внедрили. Или в человека нечто вкарано. Что-то ментальное. Нечто ментально. Например, родители внушили своему ребенку, что... Что, например? Приведите пример. Родители са внушили на детето си... Что дома свистеть нельзя. Че примерно вкъщи не може да се свири. Потому что денег не будет. Защото няма да имате пари. Ложка упала, значит кто-то придет. Ложица упала, значит някой ще дойде. И мы ждем, когда кто-то придет. И чакаме някой да дойде. Ну то есть, какой еще пример? Черный котенок. О, черный котенок. Да. Котики. Вот нам это все внушили. И всичко това ни е внушено. Мы это приняли? Ние го приемаме. Хотя мы не понимаем, не понимали, о чем идет вообще речь. Въпреки, че даже не разбираме за какво става въпрос. Потом я вырос. След това израсвам. Ну, что, какой патологический механизм происходит? И какой патологический механизм работает? Ребенок это принимает. Детето го приема. Это называется ментальная жвачка. Това се нарича ментална дъвка. И ребенок думает о чем-то. И детето мисли за нещо. Это примерно как сейчас в учебниках. Примерно как то сега в учебниках. Я думаю, что в последнее время это делают специально. Напоследок, может быть, нарочно го правят. Дают ребенку задачу. Дават на детето една задача. Ну, примерно такую, что одни селезни, три селезни летела на север. Примерно три патицы летели на север. Да, две утки летели на юг. И две патицы на юг. И почем сегодня килограмм картошки? И сколько строят картошки здесь? И ребенок сидит и думает. И детето стоит и мысли. Задача, которую взрослые не могут решить. Задача, которую и взрослые не могут решить. Этих примеров тысячи на самом деле. И такие примеры има хиляди. Ребенок сидит и думает, ну то есть он просто в ступоре. И той просто се набира в някакъв ступор. Его селезенка перестает работать. Налака му спина да работи. Он начинает поправляться. Започва да дебелее. И может развиться сахарный диабет. И может да се разви и сахарный диабет. Ну то есть какие-то вот такие жуткие вещи происходят сейчас. Такие страшные вещи се случват сега. Как из этого выходить? Как да излезем от това нещо? Ну, например, в детстве мне моя мама так и говорила. Вот мама с майками такая, не казвиш. Не свести денег не будет. Где ты свидишь, няма да има пари. Потом я вырос. Если этого праздно. Ну, пока я не верил в Иисус Христа, я еще верил. И докуда не верил в Иисус Христос, верил в вас и верил. У нас даже был такой анекдот в Казахстане. Даже имахме и любить в Казахстан. Из реальной жизни. Вот реальный живот. На Мерседесе с большой скоростью летит один новый казах. На один Мерседес с много голяма скорость летит один казах. А гаишник, чтобы успеть остановить, он свистит свисток. И полицая, за да го спре, той свири в свирката. Мерседес резко останавливается. Мерседес отрязко спира. Окошко приспускается. Зорица со смыпа надолу. И там такая, ну, морда такая. И там се появява една огромная. Очень богатый казах. Много богатый казахстанец. Не свисти, денег не будет. Той казва, не дай да свириш, няма да имаш пари. Вот до 25 лет я еще верил в эти сказки и суеверия. До 25 години я все еще верил в эти приказки, в эти суеверия. Когда я поверил в Иисус Христа, эти интроекты потеряли для меня какой-либо смысл. Эти интроекты загубили всякий смысл за меня. Я просто их выбил в свою жизнь. Я просто искал в мой живот. Зачем вся эта дребедень, по-другому не скажешь? Да, имам тези мечта в мой живот. Бакуцы, да? Я просто вывел их из своей жизни. Просто искарах от моего живота. Чтобы не засорять свою ментальность. За да не замарсявам свой ментальность. Не засорять свою душу. За да не замарсявам душа. Не засорять свой сленг. Не замарсявам разброс. Это то, как нам надо работать против интроектов. И твоя как трябва да работим срещу интроектите? Нужные интроекты. Нужные интроекти. Нужные знания. Нужные знания. Со временем мы их... Имеем способность по своей по мере возрастания. С временем започваме да имаме тази способность. Ассимилировать. Да, ассимилируем. То есть усваивать. То есть да усвояваме. И они становятся частью нашей
жизни. И ты стал как часть от нашей жизни. Но если вы осознаете какие-то интроекты, которые вам сейчас не полезны, как можно быстрее от них освобождаться. Отложите прежний образ жизни ветхого человека. Отвалите старый живот на стар человек. Просто выбрасываем. Просто выспаляйте. Следующий механизм. Следующий механизм. Образование заболевания. Образование на заболевание. То есть, если здесь поражается желудок селезенкой. Если засекла стомаха и делата. Ученые доказали. Ученые доказывают. Что все желудочные расстройства. Все стомашные расстройства. Они являются психосоматикой. Все являются психосоматикой. То есть они идут отсюда. То есть идут от ума. Переживания какие-то. Некоторые переживания. Непродуктивное раздумье. Непродуктивный размысел. То в легочной системе. В белотонной системе. Этот механизм называется ретрофлексия. То есть механизм называется ретрофлексия. В легких их два. Белите другое са две. Ретрофлексия можно перевести так. И ретрофлексия это можно себе перевели като. Как борьба с самим собой. Като битка со самим себе си. В гештальтерапии это звучит как фигуры. И в гештальтерапии это звучит като фигуры. Ну, например, у меня была деспотичная мама. Например, аз имам деспотична майка. Или властный отец. Или много властен отец. Или старший брат хулиган. Или някакъв по-голям брат хулиган. Который издевался надо мной. Който се подиграваше на мен. И он говорил какие-то фразы в отношении меня. Той казваш някакви фрази на моя страна. И эти фразы запали в мой сердце. И тези фрази попадаха в моето сърце. И вот интересно, человек устроен. И човека е много интересно устроен. Если эти фразы повторялись регулярно. Тези фрази се повторят регулярно. То они становились частью меня самого. Ты стал частью себя себе. На всю свою жизнь я запомню свою одну такую фигуру интересную. И за целую жизнь я запомню одна моя фигура. Я проходил армию. А с тебя как армия. И моим командиром был старший сержант Бурунчак. И мой командир был старший сержант. Он был из Западной Украины. Был из Западной Украины. Хочу сказать, что очень жестокий человек. Он докажет тебе много жесток человек. Все его очень жутко боялись. Всички много се страхуваха от него. Он поступил в армию после технаря, после техникума. То есть поступил в армию после техникума. И был старше нас, всех нас, срочников на 10 лет. И беше по-голям от нас 10 години. И издевался над нами, как хотел. И си подиграваше, както му се искаше. И вот интересно, что и по сей день в моей голове звучат те фразы, которые он мне говорил. И интересно, че и днешен в моята глава звучат фразы, които той ми казваше. Ну-ка, встал, побежал. Вставай и бягай. Так, ну давай быстрее шевелись. Давай по-борцу. И вы знаете, будучи верующим человеком, и будучи верующим человек, мне удалось справиться со всеми этими ретрофлексиями. Аз успяли се справиться со всички в эти суеверия. Но какие-то я для себя оставил. Обаче някои си запазят за себе си. Они помогают мне организовать себя самого. Те ми помогат сами да се организирам себе си. Недавно я Наташе рассказывал. И наскоро рассказывах на Наталья. Как я вернулся с армии. Как си вернув от армия. Вернулся в себе домой. Прибрався вкъщи. Лег спать. Лег на спя. А ночью ровно в 6 часов утра. И точно в 6 утра. В моей голове звучит. В моей голове звучит. Рота, подъем! И я вскакиваю и бегу куда-то, и уже одеваюсь. Я с сердцем и бегом на някъде почвам да се обличам. А смотрю, сапог нету, кирзовых. Гледам, няма ги моите потуши. Там, что-то я не вижу. Где я? А я уже дома. Аз вече вкъщи. Но вот эти команды, они помогают мне и по сей день. Обаче, как ты себя организовать? Мне помогают и днес да се организирам. Дал себе пинка под зад и полетел. Сидит там под зад и говорит, типа, удачи. Ретрофлексия. Ретрофлексия. Когда у человека одна часть его, человек имеет одна часть от него, очень сильно подавляет другую часть. Много сильно подавляет другую часть. Это может быть чисто психологически. Поможет случай психологически. И люди замечают, что они каким-то образом себя вот так постоянно жмут. И ходят из обеляза, что ты по някакому начин можешь някакси не сесть. У них желваки постоянно ходят ходуном. Мускулите постоянно се движат. Так называемые тризмы. Тризмы, ты не так. Челюсть сжата максимально. Челюсти кулаки сжаты. И мышцы им свити. Это вызывает определенный такой бронхоспазм. И това предизвикует один такой бронхоспазм. На голом месте у человека может развиться бронхиальная астма, поражение легочной системы. Много лесно на человека может быть развить астма. Называется кариколиты, энтероколиты. Энтероколиты. Ну, воспалительное явление кишечника. Воспалительное явление на белую черво. И это опять же психосоматика. И вот снова твоя психосоматика. И они
вообще никак не лечится. И изобщо не может да се излекувате. Ненадолго облегчает. За някакъв момент облегчават. А потом становится еще хуже. И след това става още по-зле. Почему? Потому что проблема в глубине души. И что? Защото проблемата някъде е надолбоко в душата. И пока ты не разведешь вот эти ретрофлексы. И докато не ги изкараш тези ретрофлексии. Болезнь будет тебя преследовать. Болезнь ще те преследва. Но слава Богу, что мы во Христе Иисусе находимся. Слава Богу, че ние се намираме в Иисус Христос. И Он имеет власть выкручивать из нас буквально. Той има властта да изкара тези неща от нас. Все то, что мешает нам жить. Вот, това, което ни пречи да живеем. Мы переходим к следующему механизму. Именно, следующий механизм. Почка, мочевой пузырь. Губерците и щекочечный вихор. Если здесь основная эмоция – это тоска, печаль. Тук основната эмоция – это тога. То есть здесь страх и испуг. Тук имаме страх и оплаха. Механизм называется дефлексия. И механизм се нарича дефлексия. Одна почка убегает от другой почки. Единия бъбрик започва да бяга от другия. Здесь одно легкое воюет против другого легкого. Единия бял дроб воюва срещу другия. А здесь человек пытается убежать от своих страхов. Пък тук човекът се опитва да избяга от своите страхове. Очень полезно задавать вопрос. И много полезно е да задаваме вопрос. Я обычно задаю такой вопрос. Как вам удается убежать от своего страха? Как ви се получава да избягате от своя страх? Получается ли убежать от своих страхов? Да, изобщо ви се получава да избягате от него. А можно ли вообще убежать от самого себя? Можно ли да избягате от самия себе си? Люди переезжают в другие страны. Хората се местят в други държави. Потому что страх их преследует. Защото страхът ви преследва. Но они поначалу даже не догадываются, что они привезли страхи с собой. Обаче поначалу те не се усещат, че докарват страхове с себе си. Как работать со страхом? Как ты работаешь с этим страхом? Ну, здесь у нас и психологи сидят. Они подсказывают о том, что самая лучшая работа со страхом – это повернуться к своему страху. Моя добрая работа со страхом – это все обыдешь к нему. И разобраться с ним. И это все разберете. Что по этому поводу Библия говорит? Как показывает Библия, это за два я могу со всеми страхами своими разобраться. А смогу со всеми страхами? Если Иисус Христос мне хорошо поможет в этом. Правда? И скажем, что Иисус Христос мне поможет в этом. У Якова написано «Смиритесь». Прежде под крепкую руку Божию. Яков пишет, если смирим под Божия дырка. Противостаньте самому дьяволу. Если вы противопоставим на дьявола. И что дьявол сделает? Какого же направить тот? Дьявол вынужден убежать. Дьявол еще были принужден на избяга. Потому что он потерпел уже поражение. Что в той был убеден вечер. Но вы знаете, что многих христиан преследует страх. Хватит, христиан. Даже и христиане имеют страх. Почему? За что? Потому что они не одержали пока еще личную победу над дьяволом. За что у меня вот та личная победа над дьяволом? Вместе с Иисусом Христом, но личная победа. Заедно с Иисус Христос, обаче личная победа. И страх до сих пор властвует над ним. Какой все еще властва над него? Какой выход? Каков исход? Продолжать познавать Иисуса Христа. Продолжаем это познавание Иисуса. И позволить Его совершенной любви. И да позволим на совершенную тому любовь. И знать всякий страх из моего сердца. И изгони всякий страх от моего сердца. И это написано в первом послании от Иоанна. Иоанн пишет первое послание от Иоанна. Четвертая глава. 18 стих. 18 стих. Мы пойдем дальше. И утюги напред. Если со своими страхами не разобраться. Ако не се разберем со своими страхами. То постепенно развивается хронические почечные заболевания. Постепенно все развиваются хроничные, бубочные болезни. Мы идем к печени. И совместим к черный дроб. И вот здесь так все становится очень так живенько. И тут мало позже устало вече. Потому что эмоция гнева. За что-то и твоя эмоция это гнев. Механизм невроза называется как? Механизм невроза се нарича как? Проекция. Проекция. Проективный механизм. Проективный механизм. Образование болезни. Образование на болезни. Кто гневается? Кой се гневи? Вы знаете, недавно прочитал такую уникальную фразу. И наскоро прочитали там уникальную фразу. Вот мои грехи, которые я очень легко оправдываю в себе, много лестно все оправдал, они становятся совершенно невыносимы в другом человеке. Ты стават много невыносимы в другие человек. И вызывает во мне гнев и ярость. И искарват в мене този гнев и ярость. Что Иисус Христос по этому поводу говорит? Как показывает Иисус Христос? Вот ты говоришь брату своему. Это ты казваш на брат си. Вынь сучок из глаза своего. Да искара сучица от окото си. А бревна в своем глазе не видишь. Чтоб не видишь работу бревна в окото си. Вынь прежнее бревно из глаза своего. И искара этого бревна в окото си. И потом сможешь помочь вытащить сучок из глаза брата своего. Помогнешь на брата си да искара этого сучок.
Сычится. Знаете, обратите внимание. Обратите внимание эту силу. Нас раздражает. Буквально вызывает в нас ярость. И предизвика тази ярость в нас. В других людях. Това, което предизвика тази реакция в другите хора. То, что мы в себе не можем принять. Онова, което не можем да приемем всъщност. То, с чем мы в себе не смогли разобраться. Нечто, с което не се разбрахме в себе си. Меня это заводит. Това ме е досад. Меня это выводит из покоя. Това ме изкарва извън релс. Я кричу, ору. Аз викам. Но здесь надо, знаете, очень хороший вопрос. Обаче, когда кто-то на вас набрасывается, когато някой се хвърля върху вас. С гневом. С гняв. С яростью. С ярост. Спросите у него, а у тебя как с этим? Все нормально? Трябва да го питате, а при теб с този проблем всичко наред ли? Ты с этим как разобрался? Как си помогнал? Верну человеку то, на что он разозлен. Да върна всичко това на човека. Интересно, когда человек хорошо осознал, и когато човека много добре го осъзнава, он понимает, что в первую очередь это его личное. Той разбира, че най-напред това е личния му проблем. И ему надо с ней разобраться. То есть надо да се разбереться с ней. И тогда уже в другом она уже не будет так раздражать. И тогда вот другой человек вече няма да дразни толкова. И тогда он сможет потом и другому, ближнему своему помочь. И ще може да помогне ще на ближния си след това. Вытащить это из своего сердца. Да изкарва това нещо от сърцето. Если не разобраться со своим гневом, ако не се разберем со своя гняв, то развивается заболевание печени. Се развиват болести на черния дроб. Холецистит в основном. Мы знаем, что холециститы, приступ холециститы, это очень страшная боль. Знаем, что приступы на холецистит, это может страшная болка. Ну и вот последний механизм. И последний механизм. Сердце. Сердце. Сердечно-сосудистое расстройство. Сердечно-сосудистое. И вроде бы казалось, ну такая прекрасная эмоция. Вот сегодня Людмила говорит, ну радуйтесь, радуйтесь. Вот не хочется радоваться, а радуйтесь, всегда радуйтесь. Радуйтесь, в прошлый раз я говорил о том, что баланс должен быть. Потому что избыточная радость, она тоже к хорошему не приводит. Радость в Господе, да, это одно. Но есть такое понятие, как эйфория. И есть такие состояния, которые называются маниакальным состоянием. Что такое маниакальное состояние? Это может быть и незаметно. Может да дойде незабелязано. Когда человеку кажется, что он может весь мир изменить. Человеком может променить целый свят. Всех людей сделает лучше. Да направить всички хора. У него появляется какая-то особенная программа. Появляется някаква особена програма. Вроде бы все на первом этапе все очень реалистично. И уж най-напред всичко е доста реалистично. Но потом человек перестает от своего возбуждения, он перестает спать. Обаче след това човека от това възбуждение не може да спи. Не спит сутки. Не спи единонощия. Не спит двое суток. Не спит две единонощия. Пять суток не спит. Пять. И у этого человека развивается галлюцинация. И на тот человек мы все развиваем галлюцинации. И он может даже попасть в психиатрическую клинику. И может даже попасть в психиатрическую клинику. Эти состояния называются шубы, или психозы, или аффекты. Состояния себя лечат психозы или аффекты. И, конечно, они очень опасно отражаются на всей сердечно-сосудистой системе. И много опасности отразяют по сердечно-сосудистой системе. Где выход? Где исхода? Механизм называется, кстати, конфлюенция. Механизм прижился на речи конфлюенция. Что такое конфлюенция? Что такое конфлюенция? Конфлюенция – это слияние. Твое слияние. И вот опять же, казалось бы, ну, такой механизм, ну, вроде бы как все должно быть хорошо. Вот много имам такой механизм, уж прямо все куда и нарядить. Муж и жена сливаются в одну единую плоть. Муж и жена-то все сливают в одну плоть. Церковь становится одной душой, одним сердцем. Стала одна душа, одно сердце. Ну, где здесь проблема? Вообще, где проблема? Вы знаете, конфлюентный механизм, как правило, страдают наши дорогие женщины. Конфлюентный механизм, наверное, страдают жените. Здесь проблема в том, проблема там, что когда женщина сливается с объектом своей любви, она рискует, да, она рискует просто раствориться в нем. Женщина растворяется в своих детях. Женщина растворяется в своем муже. Женщина растворяется в чем-то, в каком-то целом движении. И что с ней происходит? Как она теряет свою сущность. И полезный вопрос, который задается. Полезный вопрос, который ты где вообще? Где си ти, где изобщо?
Где ты себя потерял? Где я себя загубила? Где и когда? Где и куда? Тебя нет. Тебя няма. Твои границы размыты. Твои границы размыты. А тебя уже давно начали утирать ноги. От тебя вечер с больше перката. Ты хочешь так продолжать? Скажи, ты продолжаешь по същия начин. Нет, не хочу. Не, не искам. Тогда давай искать твои границы. Давай уси тарси границы. Давай искать твое ядро. Тарси си сущностах. Кто ты? Коя си ти. Какой ты хочешь быть? Какова искаш да будешь? И с нами поступают так, как мы позволяем себе поступать. И с нас поступают по той значим, по който си позволяваме. Где выход? При Исхода. Вы знаете, есть только одна личность, с которой безопасно сливаться. Има само одна личность, с которой безопасно ты слеешь. И это, конечно же, Иисус Христос. Това разбира се Иисус. Как я могу своей жизнью засвидетельствовать? Мога да свидетельствам за свое. Что это мои переживания? Че това са моите преживявания. Иисус Христос – это та личность, Иисус Христос е личността, которая очень уважает наши границы. Която много уважава нашите граници. Вместо того, чтобы размыть меня, и вместо да ме разми, или как-то меня использовать, да ме използва, Иисус каждый раз напоминает мне, кто я есть такой. Иисус всеки път ми напомня, кой съм аз, что в нем я есть личность. Че в него съм личност, Сын Божий. Божий Син. Дочь или сын царя. Дочеря или сына царя. Который может взывать Богу Ава Отче. Который может оказывать на Господь Ава Отче. Иметь общение с самим Богом. Да има общуване за самия Бог. Получить честь и достоинство. Получить честь и достоинство. Через жертву Иисуса Христа. Через жертву на Иисус Христос. И вновь обрести свои границы. И вновь да има своите границы. И свои границы вы знаете, что надо защищать. И своите границы трябва да ги защитавате. Потому что есть люди, которые не уважают границы. За что-то има хора, които не уважават границите. Просто грубо внедряются. Просто нагло се бухват. И могут очень хорошо натоптать у тебя сердце. И могут стучать сердце. Вот, защитить свои границы – это твоя личная ответственность. Затова да се защитишь своите границы – это твоя собственная отговорность. Я думаю, что именно Иисус Христос – та личность, которая нас научает этому. Я смятам, че Иисус Христос – это у нас личность, която ни учит на това. Уважать границы друг друга. Да уважаваме границите един от друг. Что Писание говорит? Какво казва Писанието? Не учащай входить в дом ближнего твоего. Не ходи често в дома на ближния си. Чтобы он впоследствии тебя не возненавидел. За да не те намразим след това. Так написано? Так написано, это книга притчи. Поэтому если кто-то к тебе зачастил. Если тебя по някой често ты посещал. Ну можно так просто обозначить границы. Можешь просто начертайте границы. Скажи, ну, давай мы немножко прервемся. Мне кажется, некогда направим паузу. Ну, немножко мне надо отдохнуть или куда-то съездить. Малку треба да си почим или някъде да... Твоему сердцу должно быть хорошо. Сърцето ти